có giờ hạng hóc gì không anh? Hoàng Hoàng quá trời luôn. À Hoàng không dùng rất mẹ để lên gì không cái máy đấy chưa bị com tốt. Chính là mua đồ xịn vẫn hơn mua cái loại máy tàu bá máy hơn. Mình chỉ thích dùng cái dòng Samsung này rất là dễ đồn. Cái dòng Samsung mình chỉ dùng nhiều người để thích đi hôm, Nokia. Hôm vừa rồi thằng ấy nó bảo tao mua cho mày cái iPhone 5, mình bảo đít mẹ mua mẹ tao cái Samsung. Mấy lúc? Thằng ha. Được 3 nghìn. Ừ. Ừ. Понимаете мужчин за деньги? Да? Да? Вьетнам. Да, Вьетнам. Здесь принимаете мужчин вьетнамских. Да. Проституцией занимаетесь, да? Я понял. Вы гражданин Вьетнама? Да. Фамилия, имя, отчество? Фэл. Как долго вы в Москве проживаете? Недолго. С какой целью приехали? Какая цель? Цель поездки, приезда? Что такое? Для чего вы приехали в Москву? Работать? Работа, да. Где вы работаете? Пока нет работы, я искаю работы. А с девушками что-то вы здесь делаете? Не Проживаете вместе с девушками? Нет. А где вы проживаете? Что-то... Где вы живете? Я? Да. В этой квартире? Нет, это... Они... Что они здесь делают в полуголом виде? В городе Котельники Московской области полицейские пресекли деятельность этнической организованной группы. Она специализировалась на организации занятия проституцией. Эта группа состояла из граждан Социалистической Республики Вьетнам и действовала на территории московского региона. Злоумышленники находили во Вьетнаме молодых женщин и предлагали им легальную и высокооплачиваемую работу в России. По прибытии в Москву женщин изолировали в съемных квартирах, отбирали документы и под угрозой насилия принуждали к занятию проституцией. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали с поличным 27-летнего гражданина Вьетнама. Он подозревается в организации так называемого притона, а также освободили троих женщин, которых насильственно удерживали в квартире. По факту организации занятия проституцией возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание других членов группы, а также выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.